Что делать, если у тебя на улице мерзнут руки? Не проблема, смотри сюда. Покажу метод, как греют руки любители зимней рыбалки. Все просто, тебе понадобится фольга и пачковая батарея. Заворачиваем фольгу, плотно пачковую батарею заворачиваем фольгу, чтобы все было завернуто таким образом, чтобы замыкали контакты. И потом бери в руку, и она через пару секунд начинает потихонечку греться, становится теплая. Закидываю свою перчатку, и все, и грейся, пользуйся. Что делать?